Добрый день. Мы находимся сейчас в цеху, где происходит непосредственно упаковка шмелей для опыления. Вот для примера два улика, которые устанавливаются в теплицах либо в садах. Первый – это молодой улик. Мы его видим, здесь что-то начинает развитие. Второй – это уже улик, который подходит к жизни к концу, который уже шмели отработали. Специально сделан прозрачный верх, чтобы суметь вам показать, и чтобы вы поняли, как развиваются шмелиные семьи.